Так, всем привет, ребят. Что у нас? Очередной рейс, очередной день. Время, сейчас покажу, сколько. Вот. Время 8:00. Время 8:00, да, утра. Ну, я где-то уже, наверное, 2 часа как на ногах, как педалируют. Едем опять на Самару. Вот. Холодильник затарили. Ну, а так что, еду, пью кофеек, слушаю всякие разные байки, да, там. Ну так, ютубчик что-то подрубил, там болтает. Едем, балдеем. По планам сегодня надо доехать до Самары. Я сегодня с Липецка выехал. Ну и как бы сегодня и надо доехать до Самары. Цены на соляру, конечно, растут. Ну, как говорится, не впервой прорвемся, да? Уже переживали такое, и не раз резкий скачок цен, когда был. Поначалу тяжело, потом втягиваешься. Ладненько, что, рулим, едем, смотрим. Так, что, я все добрался, стою на РЦ, на РЦшке, уже в рабочку переоделся. Это значит что? Это значит правильно, у нас ремонт не запланирован. Сейчас пойду покажу, что у нас случилось. Случилось, значит, вот такая хренотень. Колесо спущено. Видишь? Это называется лопнул диск. Лопнул диск. Сейчас буду менять колесо. Уж колесо нормально, пока его не ухандокал. Надо поменять. Фух, что-то с этим колесом все наложилось. И диск лопнул. И болт попал. Вон болт сточился аж. Короче, ладно, до дома, до ремонта. Ну что тут ремонтировать? Диск менять. Диск, покрышку на другой диск и все. Ты Сурском тормознулся. Значит, что я тормознулся-то, в принципе. Тормознулся, надо колесо протянуть. Ништяк, монтажка по соску не попала. Монтажка хоть по соску не попала. Бросил так. Ну, если бы попало, у нас шинка рядом. Ладно, сейчас еще надо посмотреть, что там с грузом. Груз у меня опять возврат. Один палец. Ну, поля, там-то не назовешь. Ну, короче, возврат. Перестортится. Короче, не такой загрузили. Не такого вкуса или что? И так загрузили. Так, ладненько, все, колесо протягиваем и дальше. Сейчас вот дорогу поймал, такой диапазон. Короче, ни камер нету, ну и дорога такая нормальная, загруженная. Вот рабочий диапазон показать. То есть 1500 оборотов, рабочий диапазон двигателя, 10-я передача, 65 миль. Это вот то, что этому зверю и надо. Ну, 105, 106, там, 110 километров, да, в час получается. Это вот, это его рабочая скорость. Это плюсом у меня еще редуктора 355, по-моему, у меня редуктора стоят. А если другие по скоростей стояли, я бы сейчас 1500-75 миль шел бы. То есть 120 километров.
вот. Может, когда-нибудь у нас тоже законы разрешат хотя бы в ненаселенных пунктах, да? Ну вот как в Америке, сколько там у них, по-моему, 55 миль, да, самый этот минимум, там в каких-то штатах есть, так вот 65, ну пускай даже 55 миль, это на наши 90, да? Вот 90, то бишь я 90 могу идти везде, если 10 часов рабочих, 900 километров, да, пройду за день. Нормально же? Ну, я разгрузился, все дома. Значит, что я дома? Ну, как всегда, надо пробежаться, все промазать, все смазать. Ну, полностью машину прицеп пришприцевал, машину подвел, колодки. Сейчас надо на прицепе колодочки подвести. Ну, здесь тоже все прошприцовано. Везде все выдавлено, все вдавлено. Масло нормально, все нормально. Фильтр вообще еще не забился ни грамма. Так, так, так. Да, колодки подвести, этот диск надо перебортировать. Не знаю, бортировать сам не буду. Да, крепление вообще переборю. Да, потому что здесь такой диск был, ну, колесный, а я прицепной поставил. В общем, болт резьба не достает. Вот сейчас займусь, переварю, кину диск. Что, вообще? Ну, все полностью спустило. Короче, диск сниму, кину, заеду на шинку, мне его перебортируют. Что-то самому неохота ковыряться с этим колесом. Короче, на шинке заеду, сделаю колесо. И все, что, грузимся и опять в рейс. Сегодня машину обслуживаем, завтра выходной. Чисто выходной полностью. Завтра семью. Ох, блин, лапы не прошприцевал. Лапы не прошприцевал. Вот все время, что-нибудь, блин, да пропрощу. С этой шприцовкой. Ладно, лапы прошприцевать. Делать крепление запаски, чтобы не на ремне держалось, а нормально держалось. Ну и как бы все. Чё? Как бы и все. И в рейс. Так, сейчас болтик найду. Вот он, этот болтик. Вот он прикручивается. Агрессор вот его держит. Вот так вот он держит этот запаску. Ну, сейчас что-нибудь смастерим. Короче, с этим болтом принял такое решение. Не буду его резать. Жалко его резать. Я думал его разрезать, ну там втулку что-нибудь наварить, чтобы запаску крепить. Ну короче, мне его жалко резать, этот болт. Сейчас я нашел другой болт, поеду до токаря, сделаю, ну, длину какую мне надо и резьбу, ну, побольше, чтобы была. И как бы и все, и будет хорошо. Да, по прицепу все, эти колодки подвел. Колодки подвел, все промазано, все смазано, пружинки возвратные везде стоят. Колеса пробежался, проконтролировал протяжку, эти болтаются, не болтаются. Все нормально, все шикарненько. Там одно колесо какое на той стороне, одно колесо там, да, на той стороне переднее колесо там чуть-чуть такой люфтик есть. Ну, когда его подонкратил, поболтал, там вообще децл. Но я боюсь его перетянуть. Там подтянуть, там буквально гайку, наверное, не знаю, чуть-чуть подтянуть. Но боюсь перетянуть, короче, то колесо у меня на контроле. Сейчас следующая замена масла. Я его вообще, наверное, сниму, подшипники посмотрю там, в каком состоянии. Так, крутишь вроде, все, ничего не шуршит, все нормально. Ну, короче, мы то колесо проконтролируем. Вот. Так что как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. А я, как всегда, чумазенький, грязненький. Ладненько. Всем пока.